Вот уже несколько дней из кранов жителей города течет грязная питьевая вода. Виной всему ремонтные работы на водозаборе Озерный. Работы эти плановые и проходят в два этапа. По информации Наринмарского по КТС, первый этап работ завершен. На водозаборе на участке магистрального водопровода заменили арматуру. Поэтому уже сегодня качество питьевой воды должно прийти в норму. По словам руководителя по КТС Натальи Бетхера, о сроках проведения второго этапа работ предприятие обещает известить население заранее. На первом этапе, да, закончились, и планируется еще два отключения. Мы еще вот то, что сейчас отключали, доделаем эти работы, установим колодец. И потом запланируем, предупредим, как положено, за 5 суток. Управляющей компании оповещаем и организации учреждения. На предприятии заверили, что уже сегодня качество питьевой воды придет в норму. Кроме того, плата за плохую воду жителей города взиматься не будет.